Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами снова Михакер. И я продолжаю проходить игру под названием The Amazing Spider-Man 2. И мы тут уже идем к этому коллектору Нигеру синему. Всех управляет электричеством. Жены. Тебе повезло, что это было исправно. Ну, давай. Тихо. Сломать. Это тебе не поможет. У меня сил с лихвой убивать, а то, чтобы сжечь себя на пламя. Да? Ты так думаешь? Ой-ой-ой. Что-то нехорошее творится. Всем плевать на меня! Кто мне за это поплатится? Да, что это такое? Я не пройду. Можно! Летишь на смерть, а знаешь, что он тебя убьет! Чёртова херня! На нахер! Где я? У меня нет времени с тобой возиться, насекомое! Опа! Отлично. Так, как бы мне пролететь-то? О, ништяк. Убирайся, паук, пока тебя не раздавили! Что-то он громко орёт. Громкую связь включил, что ли? Если не любить эти генераторы, я и близко не смогу подобраться к Таймс-сквер. Ой-ой-ой. Опять как по мне какая-то херня шмаляет. Ты меня разозлил! Это твой последний шанс! Уходи! Где эти штуки? Реально, где они? Тебе до меня и добраться, человек! Опа! Если ты хоть чуточку соображаешь, ты убежишь на загадке! Черт, они появляются бесконечно! Всех там внутри обижены! Тебе повезло, что ты с другой стороны! Я не пройду через энергетическое поле. Похоже, он подпитывает поле энергии от генератора. Ну-ка иди сюда, скотина. У меня нет времени с тобой возиться, насекомое! Опа. Так, ломаем. Зря ты не сбежал, пока было можно. Теперь ты умрешь. Опа. Вот так вот. Так. Кто там еще меня шмалять собирается? Летишь на свет, хотя знаешь, что он тебя убьет! Ну-ка иди сюда! На тебя, скотина! Там еще летает какая-то херня. Убирайся, паук! Пока тебя не раздавили! Так, надо вот туда. Скорее! Это шняга. Вперед! Я не буду тебе мешать! На тебе. Так, куда мне? Давайте-ка полечимся. Как тут это делается, я не помню. Реально, как это делается? Тебе до меня не добраться, человек-паук! Наш? Наш. Соображаешь, ты убежишь без огляки! Отлично. Так, осталось там чуть-чуть. Можно! Летишь на свет, а тебя знаешь, что он тебя убьет! Опа! Так. Последний генератор. Нет! Я больше не останусь один в темноте! Никогда! Ну, и где он? Вопрос с силовым полем закрыт. Теперь путь свободен. Я узнаю этого парня. Что же с ним случилось? Я тебя предупреждал! Теперь уже поздно! Да? И что теперь будет? Доберись до Электро на Таймс-сквер. Интересно, а в чем сложности-то? Оба!
Так, чё, где? Ух ты! Он каким-то лучом шмальнул. Вы мне кого-то напоминаете? Макс Дилан? Ты даже не помнишь. А говорил, что я стану твоими глазами, ушами. Называл себя напарником. Теперь вспомнил. Да, я так сказал, и это было честно. Ложь! Ты бросил меня! Бросил там. Некоторые эпизоды из фильма просто опустили. Ранить меня. Макс, я не знаю, что с тобой произошло. Я вижу, тебе больно. Но не могу помочь, если ты не позволишь. Моя жизнь прошла во тьме. И всем было плевать. Теперь вы знаете, что это такое. Так, и что с ним делать? На, нахер, просто херачи. Макс, плохие люди здесь повсюду! Мне жаль, что тебе пришлось пострадать, но это не причина самому становиться злодеем! Вроде у тебя нет проблем с электричеством. На, что ж ты такой темный? На! Что-то я не то нажал. Или все то. Единственный способ его победить — стрелять паутиной. О, черт! На, 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 на. Оба, 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 оба. А, в натуре он перемещается. А, черт. Хреново как-то получилось. Страшно подумать, сколько ты платишь за электричество. А, черт. Откинуло меня. На, 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 на. Ова. Ова. Я типа увернулся, да? Слушай, держи. А как ты в компьютерные игры играешь? У тебя что, система все время падает? Чё? Чё надо делать-то было? Или все так и должно быть? Охренеть. Гасить, 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 гасить! На, нахер! Вах! То, вот что это с тобой жесть. Случилось, повлияло на твою психику. Но есть люди, которые могут помочь. Есть такие учреждения. Нет! Так говорили врачи! Все они делали мне больно! С этим покончено! Я лишь хотел, чтобы люди меня заметили! И теперь они заметят! Я буду сиять во тьме, пока они дрожат в тени! У тебя серьезные проблемы с самооценкой, верно? Долго мне так херачить-то, а? Нет, к нему надо рвать когти. Бам! Машина взрывается. Так, видимо, мне придется за ним лететь. Черт, однако мне хреново приходится. Ладно, просто побежим за ним. О-о-о! Это вообще неприятно.
Что за хрень? Что он делает? На! Бам! Охренеть! У тебя не выйдет! Сейчас я позволю тебе снова спрятать меня, Рейвенкрофт! Рейвенкрофт? Макс, я только что узнал, что там происходит! Перестань! Объясни полиции, что они задумали! Вместе мы сможем все исправить! Жесть какая! Я умру, чем вернусь! Хиляемся! А чёрт! Бам! 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 Отлично! Я куда больше не вернусь! Я не могу пользоваться паутиной в это время. Черт! Сначала мне тебя было жалко, а теперь нет. Черт! Только не это! Нет! Давай меня снова! Есть! Бам! 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 Он не так прост. А, черт, вот это атака его, конечно. Скорее, скорее. Страшно подумать, сколько ты платишь за электричество. Да, в натуре страшно. А, чёрт, чуть-чуть задел, да? На, на, на! Чё такое, он увернулся? Чё с ним? Охренеть, он у меня опять наверх поднялся. Но это уже было, чувак. Давай, 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 давай. Бэнкс. В землю его вкопал. Все, теперь окончательно. Нет! Все темнеет! Действительно, очень жаль парня. Без всяких электричеств его захерачил. Если он рассказал правду о Рейвенкрофт, то там нужно срочно навести порядок. Оскорб финансирует тюрьму. Может быть, Гарри поможет? Оскорб? Да. Мистер Осборн, вы были правы. Фиск выкупает акции Оскорб для силового поглощения. Но пока вы здесь, я уверен, все будет хорошо. Да. Пока я здесь. Я получил ее, сэр. Сыворотка лечит на Паркера из паучьего ямы. Но каждый раз она дает серьезные побочные эффекты. Серьезнее самой смерти? Мне нужен любой шанс. Гарри, уже хреновато. Да, злой чувачок. И он таки вколол себе эту штуку. Доктор Кафка, так и должно быть. Нет, я прекращаю. Доктор Кафка? Жесть, что там такое? А вот и зеленый гоблин, походу. Так, внимание, что это такое? Всем офицерам! Учитывая угрозу, которую представляет самоуправщик, известный как Человек-паук, операция подавления переходит в фазу 3. Ну, жесть. Учтите, фазы 4 не существует. Все должно закончиться сегодня. Это хреново. Внимание всем патрулям.
Есть сообщение о бывших членах спецгруппы, устанавливающих неизвестные потенциально опасные приборы в жилой зоне. Будьте предельно осторожны. Жесть, уровень угрозы максимальный. Так, что у нас по сообщениям? А, спецгруппа пошла ва-банк, окей. Схватить тебя, у меня нет железных доказательств, но я делаю все, что возможно. Да, хрена вас-то. Можно что-нибудь прокачать. Интересно, что мне поможет только. Веревка для белья. Удар какой-то есть. Разрушение. Так. Оглушение чего-то там есть. Давайте попробуем, наверное, вот это, да? Разрушение. Приобрести. Чё? Почему нет? Денег не хватает? 8000 стоит, охренеть. Тогда полет пули. Опа. Нормалек. Чё еще можно сделать? Больше ничего нельзя. Там силу можно сделать. Что сила дает? Ага, давайте сделаем. Чё разблокируется? Липкость. Понятно. В восточном Мидтауне обнаружено подозрительное устройство. Начинайте эвакуацию. О, преграда для меня. Охренеть. Это еще кто? Солдаты спецгруппы. Жесть какая, на меня охотятся. Так. Что у нас там? Ребята, вы или предатели, или идиоты. Если вы Гарри просто тупые, бомбы ставят. Я извинюсь позже. Жесть какая. В квадрате каждый из нас герой своей собственной истории. Что мне с этой бомбой делать? Дух, причем на законных основаниях. Самое лучшее, моя лучшая. Ты просто так, ля. Я сделаю тебя жестко, друг. Это тебе не карман. А, черт. Надо было устроить соревнование по брейкдансу. Да, у них же броня, ё-моё. Так себе, представляешь, ну посмешище. Черт, черт, черт. Тебе все легче предсказать. И да какого хрена? Я должен обезвредить бомбы. Это тебе не карманников гонять. Как мне ее обезвредить-то? Давайте посмотрим еще раз в замедленной съемке. С ионной паутиной все становится приятнее. Знаешь, что у тебя не получается? Все! Так. А чёрт! Ты просто так. Отлично. Хер ещё жив. Так, надо хиляться. Это тебе не карманников гонять. Это да. Что с этой бомбой делать? Подобрать бомбу. Эй, я же её подбирал. Цель обнаружена. Погнали, куда? Этому место на дне реки. Черт, куда ты, ё-моё, Спайдермен? Гнали! Время уходит. Да. Скорее! Что ты делаешь, Человек-паук? Стоп! Пронесло. Фу, слава богу. Есть звонок о подозрительном пакете. Начинайте эвакуацию. Саперы извещены. Да, с этим покончили. Куда же я целился? Летим к следующему. Так, машинки, аккуратнее давайте. Так.
Что это у нас такое красное? Уровень угрозы будет повышаться. Ну ладно, хрен уже с ней. С угрозой. Я так понял, меня тут будут гасить. Один хрен. Так. Где тут наша угроза? А где она реально? На здании, что ли? В натуре. Куда? Куда бежим-то? Погнали, погнали, погнали. Опа. Давай на самый верх. Так, уровень угрозы еще сильнее повысился. Что делает этот идиот? Ну, черт возьми. Ребята, вы или паук, что ты делаешь, или идиоты? На... Если вы просто тупые, я извинюсь позже. Так, давай. Нужно все. Добраться до реки. Полетели в океан. Ну, паук, какого хрена, паутина, ё-моё. Жесть какая. Стой, нет! Какая вода, блин! Что ты делаешь, паук? Скотина! Пронесло! Фу, блин! Благо времени у меня было. Ну, это, конечно, дебилизм. Вызываю саперов для обследования взрывного устройства. Идет эвакуация. Так, погнали. Ну, что ж ты делаешь, паук, ё-моё, господи. Опа, он мне шмаляет какой-то хернёй. Отлично промазали. Они что, не видят, что бомбу кто-то кидает, а? Слушайте, эй! Я как раз пытаюсь обезвредить ваши бомбы! Жестокость полиции! Ух ты, блин! Ты не представляешь, что это! Мои паутинострелы совсем не любят электричество. Ионная паутина быстро все исправит. А, твою мать! На! На! А черт, он попал, нет? Не надо плакать, я постараюсь особо тебя не унижать. Какого хрена я же выворачивался? Если я не найду бомбы, прямо сейчас будет много смертей. Да бомба прямо здесь, только, блин, дерется иногда он долго. Иногда я сам себе потому что круто пытается делать. Пытается делать. Так, все, куда я? Пора поплавать. Все, 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 тихо, тихо, паук. Харе, харе, харе. Успела. Все отлично. В моем городе последняя. Никто не устанавливает бомбы. Никто! Так, вот тут что-то все пожар. Все свободные патрули направляются к зданию Аскорб. Выставьте оцепление и проведите эвакуацию. В здание проникли опасные вооруженные преступники. Что? Давайте опять? На пожар сгоняем. Нужно спеши. Настоящее пекло. Сначала на пожар. Нужно скорее разыскать людей. Блин, а тут небоскребы такие постоянно. Так, внутри кто-то, да? Так. Где у нас тут кто? Вот там кто-то есть. Как я заберусь? Ай-яй-яй-яй. Хорошо, что костюм защищает. Но этого мало. Давай, 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 давай. Не дай мне умереть.
Как мне тебя поднять-то? Так. Пойдем, пойдем, пойдем. Опа. Жизни не видела подобного. Еще один есть. Гнали, погнали, погнали. Вот где-то на том этаже. Ну, что ты делаешь, паук? Господи! Иду! Я в ловушке! Я понял тебя. А. Отлично. Честно, брат, огромное спасибо. Паук всех спас, он молодец. Пожарные да. называют вмешание. Так, что, пора на задание? Уровень угрозы снижен. Правда, не совсем охеренно снизить. Блин, сейчас еще закончатся те задания. И вот тогда он офигенно повысится опять. Так, где-то машина едет пожарная. Так, давай, куда? Куда? Людям скоро нечем будет дышать. Да еще пожар, куда же без я него? Я не могу выбраться! Ты. Где у нас тёлка-то? Вот она. Ну, слезай, паук. Дойти до пожарного выхода? Хорошо, хорошо, я тебя выведу. Так. Три человека, охренеть. Подобного подвига. Так, где ж тут люди-то? Вот там наверху, по-моему, кто-то есть. Ай-яй-яй. Готовы выбраться отсюда? Где? Где народ? Какого? Я вместо шашлыка. Какого хрена, блин, паук? Что ты творишь? Я не вижу ни хера, народ. Где вы есть, люди? Во-во-во. Отлично. У всех, кто здесь застрял, мало но! Времени. Но! Вот-вот-вот тут прямо тёлка. Твою мать, паук, что ты творишь? Скотина. Где я вообще оказался? Охренеть. Нихера непонятно. Я вообще на том здании. Что ты делаешь, паук? Твою за ногу. Прошу, ну все, хана. Я не успел. Зашибись, блин. Сегодня у меня... Да уж. Да. Капец, с такими заданиями. Что там такое? Джона Джеймисон прав. Он чудовище. Давай погнали уже, паук. Что ты делаешь, блядь? Уж извините, что я матерюсь, но просто... Это капец какой-то. Он адекватно, ни хера не работает. Иди сюда, скотина. Шмаляет она по мне. Так, ну-ка, хиляться. Отлично. Давай лети уже, ё-моё! Небоскрёбы со всех сторон, какого хера? Так, какое-то сообщение появилось, ну-ка. Спецрепортаж «Ночь напролёт». Владелец нового танцевального клуба «Ночь напролёт», профессиональный мошенник. Адриан Тумс. Пока что я не могу доказать, что он приступает к закону, но я это обязательно докажу. Сделай мне снимок клуба для будущего разоблачительного репортажа. «Ночь напролёт» называется. Ладно. Поищем такой. Но я-то двигаюсь в Оскорб Тауэр. Где я вам этот клуб-то найду? Фух, будто в Оскорб взорвали бомбу. Или даже несколько.
Нужно выяснить, кто это устроил. Ох, ни хрена. О, нет. Слушай, я в курсе, что ребята из спецгруппы считают меня новым Аль Капоне. Но сейчас есть опасность пострашнее. Гоблин вытащил нас из Рейвенкрофта и дал нам эту броню. Это бандиты. Он наш босс, и ему нужен ты. Живой или мертвый. Лично я за второй вариант. Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат, но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает босс. И он хочет нам, чтобы мы доставили тебя к нему. Там чистят, а, черт. Если придется. Такое же оскорповское снаряжение используют спецназ. Иди сюда. Откуда оно у вас? Что вы сделали с Гарри Осборном? Ты лучше подумай, что ты сделал боссу. И о том, что он сделает с тобой. Иди-ка сюда. Ой, это не я. Конечно, я. Ну-ка, иди сюда. Слушай сюда, приспешник номер 4, отвечай. Твои приятели намекнули, что Гарри Осборн и есть гоблин. Но он бы не поступил так со своей компанией. Ты не так хорошо знаешь босса, ух ты, блин, кажется. Но подумай о другом. Если он сделал это со Скорбом, то как поступил с тобой? Сколько тебе еще надо-то? Есть. Куда мне теперь? Этих надо загасить. Возьму себе. Если нервничаешь, попробуй представить меня гор. Хотя нет, лучше не надо. Так. Подлечился, отлично. Бах! Там какая-то заложница еще. На. Вышло сложнее, чем хотелось бы. Только посмотрите, все вот-вот обрушится. Если кто-то остался внутри, нужно их срочно вытащить. Спаси, горожан. Друг, друг, помоги! Храни тебя, Господь. Я думала, что умру. Храни тебя, Господь. Так, тут помогите! Еще кто-то. Давай, иди сюда. Задыхаюсь. Скорее, 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 скорее. Еще где-то кто-то. А где? А, во. Убрать обломки. Быстрее! Долго я не выдержу! Ага, не выдержал. Спасибо, Человек-паук. Все, горожан, я спас. Скажу, что они ошибаются на твой счет. Вот и зеленый гоблин. Боже, Гарри Осборн, это правда ты? Мы так похожи? Нет, Гарри Осборн мертв, благодаря тебе. Ну и голос у тебя, господи. Гоблин! Ну ты никак не мог подождать, да? Ты нашел другой способ? Получи яд Ричарда Паркера и смотри, я новый человек. Я говорил, что так и будет. Я умираю, кретин. Что еще мне было делать? Ты мог дать мне время на исследование. Нет, теперь я возьму все, что захочу. Не важно, кого придется убить. Да, звучит хреново. И он свалил. Доберись до зеленого гоблина. Так. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что у нас есть. Текс. Улучшений особо нету, так что... Можно продолжать. Опа. Черт, пожар не устранил. Жесть, за мной опять охотятся. На тебя, сучка. Бах. Все, чтоб не преследовал меня. Паук, давай в сторону, ё-моё. Какого хера паутина уже давно есть? Я не знаю, что тебе надо, паук, господи. Не цепляется ни хера. Жесть какая-то. Ладно, хрен с ним. Ну прыгай уже куда-нибудь, ё-моё.
давай туда. Опа. Че, у нас тут вот и гоблин. Что тут за хрень летает тут? Если нужна помощь, не нужно сражаться. Я сделаю все, чтобы исцелить тебя. И снова станьте шутком на содержании фастового фронта. Не согласен. Что он делает-то, а? Послушай, то, что ты сделал, не повлияло на твое тело, но извратило разум. Позволь мне... Нет, я никому ничего не позволю. Это страшно. Давай, паук, быстрее! Но он не приходил, а теперь это не важно! Я все исправлюсь! Не для тебя! Так, скорее, скорее! Так, за гоблином я последовал. Но сохраню силу! О, черт! Впервые в жизни меня назвали стабильным. Но должен признать, критерии у тебя невысокие. Скорее, скорее, скорее. Мне жаль, что все это случилось с тобой, но я не позволю причинить кому-то вред. Как будто у тебя есть выбор. Твой отец проиграл, потому что все время потратил на поиски способа продлить свою жизнь и совсем забыл прожить ее. Не повторяй его ошибки. Это безумие. Так ты никому не поможешь, в том числе и себе. Да. Неправда. Я анализирую каждый твой шаг. Твои полуправедные. То, что ты не разрешил бы сделать. Бам. Делать. И на покойнике это не проект. На, на. Что за звуки? Иди сюда. На. Бам, бам, бам. Испуганный ребенок, правда? Который сейчас получит по лицу. Ты дыщ. Я называю этот прием так. Опа. На. Ты что с тобой? Тебе плевать, кто пострадает из-за твоей жажды мести. Это же люди, как? На, обдумывай. У них есть свои жизни, семьи. На, еще. Любят. И если ты сам был этого лишен, это не дает тебе права отнимать все это у других. Тебе было плевать на меня. Почему я там? На. На тебе. Бам! Сквозь дом нахрен. Так, ну конечно, вот об этот дом нахер. На нахрен. Долго вот так херачили? Так, ты меня столкнул. Неважно, у меня получится лучше. Ох ты чёрт. Бах! Бомбы-пауки! На, на! Довольно! Я знаю, ты умираешь. Я знаю, что тебе пришлось нелегко. Но больше это меня не остановит. Прости, Гарри. Нет! Со мной это не война! Я гоблин! Я сильный! Бах! Сильный он. Мне никто не навредит! На! Yeah.
Так, похиляться. Ох ты, блин. А ну-ка. Бабах. Знаешь, на. Что у тебя не получается? На, всё. На, на. Все, давай. А чё я не лечусь-то? Бам! Ну, я же наезжу! Черт, надо хиляться. Скорее, 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 скорее. На, нахрен него. Эй, я просил среднюю прожарку. Где, 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 где? Его скутер. На, нахер. Это как его отца в первой части только. Оригинального своего. Убей меня. Прошу, я не хочу так жить. Нет, это не выход. Так поступают лишь слабые. Думаешь, тебе тяжело? Во всем мире люди, у которых нет твоих денег и связей, страдают и умирают. В том числе от твоей болезни. И даже если ты не желаешь сражаться за себя, ты должен отдать долг им. Ты должен заплатить за свои ошибки. Сделать все возможное, чтобы их искупить. Этому меня научил лучший человек на свете. Ты... Да. Гарри Хана. Всем патрулям, есть сигнал тревоги из тюрьмы Рейвенкрофт. Кто свободен, ответьте. Тюрьма Рейвенкрофт. База, из-за скорбы и отключения у нас нет людей. Вызов отклонен. Вызов отклонен. Нужно спешить туда, сейчас же. Ну, не сейчас же, например, а в следующей серии. Давайте, в общем-то, на этом серию закончим. Спасибо, что посмотрели ее. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал Михакера и ждите новых серий и других видюх. А с вами был, собственно, Михакер. Всем пока!